Это Ви. Мне сказали, у тебя дело. Верно сказали. Мне нужен водитель. Ну так вызови такси. Нет. Такси имеет привычку сматываться, как только станет жарко. Короче, я человек прямой, так что давай сразу к делу. Круче тебя, в городе никого нет, а я люблю работать с самыми лучшими и готов за это платить. Подробности вдаваться не буду. Если твоя репутация не пустой звук, ты легко сориентируешься на месте. Ну так что, справишься? Или все, что про тебя рассказывают, вранье? Ладно, я в деле. Тогда двигай в Джапантау. Прямо ко входу на рынок. Посигналь пару раз, и я приду. До встречи. Ви, да? Ох ты ж, бля. Ты не ответил на вопрос. А у тебя что-то на лице. Это граната. И как она туда попала? А, случайно прилетела? Невежливо задавать личные вопросы, прежде чем представишься. Ты же Ви, да? Да, это я. Отлично. Поехали. Куда едем? В маленький Китай. Хочу поесть курицы гунбао. Поострее. Thank you.
мешает? Что? Граната. Ну, которая у тебя на лице. Я уже привык. Тут главное не выдернуть чеку, когда в носу ковыряешь. Здесь и не глуши мотор. Мы приехали за едой на вынос? Можно и так сказать. Что сейчас было-то? У тебя что, может, и в жопе граната? Вижу, ты на что сильно дурью мается! Вот я вам сейчас наваляю! Ха! Ну что, неплохо, а? Было бы гораздо лучше, если бы ты предварительно ввел меня в курс дела. Ха, выходит, не наврали. Ты и правда крутой. Заебись, какой крутой. Вот только с юмором беда. Ладно, на этом наши пути расходятся. Удачи тебе. Иди, расслабься, а. Может, скажешь, откуда граната? Как-то с братом подрались, он мне нос отхватил. Плоскогубцами. Да, милая семейка. Даже не представляешь. Ну и вот, я мог обычный нос поставить, но решил подчеркнуть свой стиль. Ну-ну. О чем мы там говорили? И с девчонками удобно знакомиться. Извините, что сую нос, но вы просто подписческая. Ну и как? Ведутся? Не особо. А как же мой гонорар? А что гонорар? На, вот, держи. Как я и говорил, труд профи хорошо оплачивается. Ладно, берегись. Нос держи по ветру.